Флорас держит в банке Барвеча с миллиона отмытого кэша. Опасность. Мы подломим банк и передадим денежки. Внимание. Паку Катаи и его дружкам-революционерам. Там у блокпоста. Все круто, все круто. Дрон в воздухе. Тревога. Вижу вторую цель. Иду на позицию. Нужна позиция получше. Погоди, вижу цель, сейчас очередь пулеметами. Вижу цель. Жду распоряжения, босс, не могу стрелять. Сигнал частоту дрона. Враг готов. Здесь один боевик. Прямо у груды покрышек. Сигнализация отключена. Aquí están estos cabrones. Mátenlos a todos. Черт, нас заметили. Просили повстанцев отвлечь их внимание. Стреляю! Граната! 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 Стоять! Береги! Готовы. Огонь. Ясно. У нас здесь турель. Крыша. Цель на крыше. Всем залечь, вертушка. Цель на крыше. Враг, у здания. Все ко мне. Вас мы понял, вызвали иду. Подкрепление повстанцев. Попрошу повстанцев отвлечь их. Приготовиться. Огонь. Осколочная. Смотри, куда стреляешь! Нет, в укрытие!
Морковка, осторожно. Как дела? А то. Спасибо. Летит птичка, это единственное. Панцирь. Берегись. Мы свалили вертушку. Приближается вертушка. Все готовы? Огонь. Точно. Попросили вызову повстанцев, чтобы отвлечь врага. Этот допрыгался. Теперь известно, где личный комп Нидии Флорес. Взломайте его и откройте мне грязные тайны нашей красотки. Здесь противник. Осторожно, тут боевик с ПП. У груды покрышек. Враг на мушке. Видим цель, вокруг много гражданских. Это пятый. Замечен капитан. Мы поручили повстанцам провести разведку. Машина с сигнализацией. Появился один с пистолетами и пулеметами. Есть еще один. Ясно, всего 10. Выхожу. Мне надо сменить вижу позицию. Цель с Я жду на новую позицию. Ясно, цель получена. Все готово. Вступаю в бой.
Прямо в цель. Ладно, все в норме. Иду на позицию. Дайте найти хорошую позицию. Принято. Выдвигаюсь. Вижу цель. Ясно. Цель выбрана. Огневой контакт. Все нормально. Здесь цель номер 5. Я иду на позицию. Сейчас займу позицию. Стой, мне нужен хороший обзор. Цель выбрана. Жду указаний. Ясно. Цель отмечена. Боевая готовность. Похоже, им не по себе. Начинается, нас заметили. Занимаю позицию. Иду на место получше. У меня есть цель. Вижу цель. Стреляю. Так, он готов. У нас все чисто. Я за рулем. Давайте без меня. Вот ее кабинет. Заглянем в компьютер. Мы перевели где-то 50 миллионов со счетов Ниди на счета якобы Спрута. Дело не хитрое, но результат будет. Полно всяких лампочек и тумблеров. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакое. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса.
Появился один с пистолетами и пулеметами. Они нас заметили. Их лейтенант убегает. Сотрудничай, и все будет хорошо. Огонь, огонь, огонь! Ты не понимаешь, что я могу с тобой сделать. Я понял, Вато. Только никому не говори, что это я рассказал. Осколочная. Осколочная, получай. Осколочная. Осколочная, получай. Дело пошло. Единство воюет с картелем. Взрыватель вставлен. Взрывчатка установлена и готова. Бандиты начали обстрел. Черт, откуда они лезут? Цель уничтожена. Пора сваливать. Им все сложнее прятать эту срань. Здесь чисто. Погнали, погнали. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакое. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса. Мы поручили повстанцы отвлекут их. Мы связались с повстанцами и вызвали подкрепление.
Вижу еще один кокаиновый склад. Берем его. Взрыватель установлен. Взрыватель вставлен. Склад уничтожен. Погнали. Дерьмо. Чем больше мы уничтожаем, тем больше они запасают. Боуман, есть возможное местоположение босса Махакоя? На этих складах было меньше товара, чем мы ожидали. Намного меньше. Так нам порошок нужен или босс? Пока вы действовали, телефон босса не умолкал. Центр засек его местонахождение. Дом в ранчо Сабала. Проверим. Доставьте его к месту встречи. Хочу спросить, где он спрятал Коку. Шеф картеля в Махакое предположительно локализован в его доме в ранчо Сабала. Если он там, берите его и вяжите. Мы просили повстанцев прислать транспорт. В этом мужском общежитии? Ага. Тут что, нет женщин? Дрон... Черт! Слышали взрыв? Он напугал наших друзей. Вертушка единства! Тихо! Тут боец картеля. Я не вижу. Снаружи асьенды. Вижу третьего. Появился один с пистолетами и пулеметами. Еще один. Это пятый. Эй, снайпер на крыше. Мы поручили повстанцам разведать местность. Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Запрашиваю отвлекающее. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Мерда, это ленемиго! Кубранце! А черт нас заметил. Только единство. Тихо! Вертушка, ложись! Вертолет, ложись! Почему тревога? Найди укрытие, твою мать!
Атакую врага. Вертушка, ложись. Не скоро придут. Мы отключили сигнализацию. En paz. Не с места. Руки за голову. Стоп. Не с места. Руки за голову, чтобы было видно. Летит птичка единства. Берегись. Поручили повстанцам провести разведку. Повстанцы отвлекут их. Они готовы? Сюда. Открыть что огонь. Теперь понял. Приляг, отдохни. Нас атакуют бойцы картеля. Нам нужен главный в Махакоя. Мы знаем, что он здесь. Антонио? Я не знаю, где он. Врешь. Ты его жена. Да. Но он мне ничего не рассказывает. Он уже и дома-то не бывает. Антонио, он больной. Больной? Пинчипутолоко. Он забрал женщин из деревни. Вообще всех. Не знаю, что он будет с ними делать. Где он? Если скажу, что с ним будет? Ничего плохого, клянусь. Мы просто хотим ему помочь. Он нигде не бывает долго. Всегда в пути. Я дам вам его агенда. Главного поставщика. Его зовут Антонио. Похоже, у него проблемка с коксом. Проблема в том, что у него слишком много кокса. Но мы ему поможем. Скажешь ему это лично. Вот он. Боуман скинул файл по Антонио. Их лейтенант убегает. Негази. Отвали от меня! Я убью всю твою сраную семью, сука! Огонь по целям. Мы в порядке. Все целы? Я
Через Махакоя проходит более 6 тонн порошка в неделю. Это перевалочный пункт. Здесь хранят груз перед отправкой в Бразилию, США и Европу. Антонио здесь главный. Босс. Его работа — охранять всю эту коку. Но когда вокруг столько кокаина, нервы просто не выдерживают. Сладкоежку поставили директором сахарозавода. А что случается, когда ешь много сладкого? Мозги гниют. Ты никому не звонишь. Ты никому не веришь. Ты не приходишь домой к жене. Ты даже никому не говоришь о прибытии груза, пока он не прибыл. Во всем, что касается перевозки коки, Антонио — могила. Но я эту могилу раскопаю. Сука, кто на меня настучал? Какой долбаный задрот посмел меня сдать? Ходили к шаману, он помог нам узреть будущее. Ну, конечно. Вот мудозвоны. Сам такой. Даже если у вас получится найти... Отвали от меня! Я убью всю твою сраную семью, сука! Ментрего, я стубу, я. Не спать, за дело. Даже... Антонио, какая радость. Ха, пошла нахер, сука. Хватит заигрывать, сучонок. Какого хрена? Рождество. Не слышал новости? О чем новости? О твоей смерти. Ты умер от передозировки. Вы хотите... Сейчас твои мозги поймают кайф, мудак. Так или иначе. Разве я дала отбой? Продолжай. Сказала же, продолжай. Я не могу. У меня сейчас сердце разорвется. Пожалуйста. Вот именно. Очищай тарелку. Вам нужна Нидия Флорес. Она в Халиско. В Мексике. Санта-Бланка там мед производит. Первый шаг к новой жизни — признать, что у тебя проблема. А у тебя, дружочек, охуенно большая проблема. Намат, первичный допрос Антонио закончен. Что у нас есть? Кроме нытья? Вообще все. Главный тайник и перевалочные пункты. Каждый грамм в этой провинции. Похоже, Санта-Бланке грозит реорганизация. Если хотите сжечь тайники Антонио, не стесняйтесь. Но если у вас пока нет настроения, поработать могут и другие.